Ивановские любители заниженных авто решили громко закрыть летний сезон, а заодно традиционно помериться клиренсами. Итоги лета участников сообщества БПАН впечатляющие. Несколько поездок в детские дома региона, помощь их воспитанникам, многочисленные штрафы от доблестной госавтоинспекции за тонировку и прочие нарушения ГОСТа. Два крупных соревнования по автозамерам. Как и прежде, на этот раз в турнире самых низких авто принимают участие автолюбители не только из Ивановской, но и из соседних областей. Собралось очень много народу, приехало наши друзья со всех соседних регионов. Приехал Нижний Новгород, Ярославль, Кострома, Вологда, Москва и так далее.